Так, приветствую вас всех. Вчера наткнулся вот на такие сайты. Клубника. В домашних условиях не только клубника, но и земляника. Так, чудо-сбор еще называют, сказочный сбор. Сайтов довольно много. Здесь вот их рекламируют. Что 149 рублей всего. Звонишь, там получается много дороже. На всех сайтах скидки. Осталось 20 штук, 29 штук, короче, ну, это лохотрон. Я позвонил, заказал. Мне предложили получить на почте. Заявка, заказ стоил 2600. Ну, сейчас я не могу тот сайт найти, он, видимо, сам ликвидировался, не знаю, где было 99 рублей, немножко по-другому выглядел, но их, похоже, очень много. Мне кажется, они восстанавливаются, удаляются. Что из себя представляет? Ну, вот, предлагают такие упаковочки клубники с землей, Альбион, так называют они тут. Вот она какая крупная, в ладони три штуки помещается. Хотя мне человек, который звонил, мне там оставляешь телефон вот здесь вот, и они сами перезвонили. Он сказал, что это почти с ладонь. Там еще сначала наткнулся на статью, где некий дедушка, к нему ворвались полиции, ну и стали расспрашивать, где он деньги взял, так как поступила информация из налогов, что на карту поступило 650 тысяч рублей. Ну, он начал рассказывать, что вот я клубники врачу продаю и так далее. Начал вот им гнать такую дичь. Они повелись. Ну, вот такая постоянная статья, не знаю. Почему-то она у меня в Дзене была в Яндексе в рекомендованных. Как официальная информация. Ну, вот. Тут особый состав почвы у них. И так далее. Ведутся на это бабушки. Тут везде только хорошие отзывы. Ладно, это отзывы-то тоже все подставные. Как поливать? Кстати, мне еще сказали, что будет удобрение. Предложили там еще какие-то поливалки заказать. Ну, вот, конечно, отказался. Вот, что еще хочу сказать тут. Ну, ладно. Осталось 29 штук. Заходил вчера, сегодня тоже осталось 29 штук. Ну вот еще такой сайт, экопродукт, голландская клубника. Осталось 22 штуки, у них все время очень мало остается. Звонят, ну, полезность клубники, это ладно. Звонят обычно бабушки, я тоже был на одном сайте с отрицательными отзывами, ну, там уже люди писали, как они купили эту клубнику и землянику, там еще где-то и грибницы продаются. Вот сертификаты. Самое интересное покажу немножко позже. Это ладно. То, что там до 6 килограммов клубники через 2-3 недели, в течение минимум 3 лет будете добывать, конечно. Покупать на бабушке, порадовать внука. Вот там были реальные отзывы. Вы купили. Вместо клубники выросла редиска. Ну, хотя это не стоит того. То есть стоимости. У кого-то клубника стала расти, но, конечно, не подносить, потом она высохла, засохла. На ютубе я очень мало нашел роликов на эту тему. Видимо, это нечто новое, новый лохотрон. Такой вот. Дальше что? Вот. А, ну это со ссылкой сейчас покажу. Так, тут вот даже вот чат есть, можно с Анной пообщаться, отвечает на все вопросы. Самое интересное, что когда позвонили, вот, ученый РАН под руководством, короче, в Эквадоре сказали, что это феномен и так далее. Тут где-то у них даже Нобелевскую премию кто-то получил. Так, вот грибы можно заказать. Так, опять это надо убрать. Тут адрес, по которому можно найти. Так, ну вот тут еще самое интересное, вот это. Вот. До конца акция осталась час, и так он, сколько не захожу, он сбрасывается, начинает заново. Вот оперативная доставка, организация называется, типа вот они якобы работают от нее. Заходим, вот я ее скопировал, вот он, и она, заходим на сайт налоговый, на это уже проверял, вот, вот я навел. Да, есть такой, такая организация. Оперативная доставка.
генеральный директор, все такое, получить выписку, нажимаем. Итак, открыть файл. Что мы видим? Вот, все вроде неплохо. Единственное, ну, организация не действует уже практически. Принято решение ее исключения из госреестра. То есть они даже не позаботились о том, чтобы указать ИНН, УГРН, какой-нибудь живой организации. Вот что меня удивило. Вот. Что, зачем я пишу это видео? Чтобы, если кто увидит, не покупайте. Не поддавайтесь на эти провокации. Ну, вот если... Кстати, я когда позвонил, мне сказали, это такое чудо, ягода, там стоит всего там 2 с чем-то, 2500, что ли, одна коробочка такая. Но если заплатить еще 100 рублей, 99, то дадут еще одну в подарок. О, да, согласился, адрес сказал. Сказали, что ждать, пока позвонит курьер. Ну и с меня 2600 плюс там несколько процентов себе почта заберет. Конечно, я за этим заказом не пойду. Но там некоторые пишут, что еще судом пугают, если не забирать заказ. Ну, это ерунда. Но при этом условии я могу забрать, заплатить, показать, как это все, что это реально лохотрон. Если я на ютубе вижу что-нибудь интересное на своем канале, или количество лайков, которые меня порадуют, или количество подписчиков, или количество просмотров, тогда я реально займусь этим, выкуплю, посажу, и раз в неделю я буду снимать, так как они обещают, что через 3 недели нажмут вот такие вот ягодки. Кстати, вот здесь у них вот ягоды эти, не показана фотография, как он реально растет на подоконнике. Да, хочу еще добавить, что это не для огорода, а именно хотят, чтобы на подоконнике люди велись. Почитав рекламу, решили, что вот на подоконнике буду выращивать я клубнику, которая плодоносит там чуть ли не по 10 килограмм клубники в день, вот такого маленького пакетика. Ну, там сказать, что надо пересадить, добавить удобрения. Вот, что-то... Вот, вы можете зайти на этот сайт, посмотреть. Тут они разные. Самое интересное, что телефоны указаны, они не отвечают. И, как я показал, вот на данном примере организация указана липовая. Кстати, посмотрим, там у Грэнта хоть совпадает. Да, у Грэнта тоже ее указали. Создана в 2013 году. Так, посмотрим, виды деятельности какие. Так, деятельности, торговля розничная вне магазинов. Так, деятельность. Ну, такая, видимо, да, перевозками занимался, занимался организация. Но... Так, почему ее исключают? Ну, инспекция сама приняла решение, видимо, нет движения по счетам. Не сдает отчетности. Ну и доход долгов нет, ну и вот ее исключили. Ну, вот я по своему опыту смогу сказать, что клубника так не растет. Чтобы вырастить 10 килограммов, ну, считай, ведро клубники, надо довольно постараться. И через 3 недели она не будет такой крупной, вкусной, как они указывают. Эти чудо-обманщики, лохотронщики. Вот. Смотрите. Нет, мне показалось, что оно обратно меняется. Ну вот тот сайт, на котором я заказывал, я не нашел. Вот здесь вот нет ИНН, ну, я думаю, то же самое. Попробуйте позвонить, если хотите. Вот опять она. Можете пообщаться с этой женщиной. Мне это уже не интересно. Да, мне будет интересно, если количество у меня подписчиков или просмотров или лайков увеличится, да, да. Ради эксперимента я могу заказать. Если кому... Чем я говорю это? То, что если кому-то будет интересно, тогда они поставят лайки или подпишутся. Тогда им мне будет интересно потратить свои деньги. 2600 меня требуют. Ну и показать, как это растет. Сегодня буду затягивать видео, оно, в принципе, не то, что ни о чем. Просто хочу предупредить некоторые бабушки,
Говорите своим бабушкам, чтобы сразу скажите, чтобы они ничего не заказывали внукам, внуков не радовали. Не грибами, вот лисичками, которые что-то на подоконнике. Белые грибы на подоконнике, это вообще. Не, даже чернику здесь сюда не предлагают. Вот, ни клубника, ни земляникой. Да, вот. За открытие были номинированы Нобелевскую премию. Да, вот такие вот у нас обманщики живут в России. Может, даже не в России, я не знаю. Ладно, все. До новых встреч.